Сегодня прославляют Казанскую икону Божьей Матери. В главном городском храме – архиерейское богослужение. Его возглавляет митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В числе почетных гостей – глава города Максим Красноцветов и депутаты городского совета. Смоленскому храму 212 лет. Он дал Ивантеевке трех новомучеников. Именно здесь в 1937 году служили прославленные потом отец Александр Вершинский и миряне Павел и Николай. Долгое время храм использовался под складские помещения. Митрополит Ювеналий вспоминает, как в конце 80-х группа верующих обратилась за помощью в восстановлении Ивантеевской святыни. А мне досталось благословить восстановление этого храма. И я помню, в каком он состоянии был. А сейчас, находясь здесь, я вижу это благолепие. Это ваша любовь к храму Божию и вашего настоятеля, который, не жалея сил, порой в болезненном состоянии, усердно и мужественно осуществляет свое пастырское служение. Дорогой батюшка, трудно даже подобрать слова, чтобы перечислить ваши добродетели. Отец Иоанн Монаршек – герой сегодняшнего дня. Он осуществляет свое пастырское служение уже 40 лет. Ивантеевцы называют его просто Иван Иванович. Владыка передает за многолетнее церковное служение отцу Иоанну награду от святейшего патриарха Кирилла. Орден преподобного Даниила Московского второй степени. Сладкое дополнение. Вкуснейшая коломенская пастила. Невозможно перечислить все, что отец Иоанн Монаршек, митрофорный протоиерей, сделал для города, благочиния, которым руководил долгие годы, для Московской областной епархии. Десятки восстановленных храмов, тысячи спасенных душ. Отца Иоанна не просто уважают, его любят, им дорожат. Он же столько много всего сделал, а уже 40 лет он как на службе, как же его не любить? Столько детей воспитал, и духовных, и так. Низкий поклон ему, Господи, помощь Божия в здоровье, в работе, во всем, чтобы ему только Господь помогал, Божья Матерь. За доброту, за проповеди, за его вот труд такой, вот никому не откажет. В общем, золотой человек. Ну, что можно еще сказать, когда человек хороший? Ну, то есть... Ну, всех многое лето. Вы знаете, наш батюшка столько сделал для города Ивантеевки и для всего, как бы, и священства, и наших жителей. Это такой человек, я даже не знаю, это как бы святой уже в нашем городе. Я очень благодарен нашему настоятелю. И посмотрите, сколько прихожан было в нашем храме. Сколько он привел к вере. Я желаю ему долгих лет еще пребывать на этом посту и всяких благ. Особые слова благодарности от митрополита сегодня звучат в адрес главы города Максима Красноцветова за поддержку возведения новых храмов, сохранение традиций православия в городе. Максим Валерьевич передает митрополиту ценный подарок – архиерейский набор. Владыка в ответ – в дар главе города – список Казанской иконы Божьей Матери. Матерь Божья, хранит вас на многое лето.
Запись прямой трансляции торжественного богослужения смотрите в нашей группе ВКонтакте. Чуть позже она будет опубликована на YouTube-канале Ивантеевского телевидения. В эфире вы увидите повтор в субботу, 25 июля, и в воскресенье, 26 июля, в 9 утра на канале Ивантеевского ТВ. Анна Пыльцина, Владимир Безлепкин, Фарид Галиев. Программа «День за днем».